Дорогие друзья, привет! Вы на канале Школы Вязания, с вами Екатерина Мушин. В сегодняшнем видео мы свяжем толстую шапку. Шапку из толстой пряжи, которая вяжется очень быстро, очень простая, очень теплая. Вот такая. Так, выполнила я из толстой пряжи, полушерстяной. Верочку сейчас вам покажу. Значит, у нас здесь резиночка, дальше платочная вязка, дальше лицевые изнаночные и убавки на макушке. Значит, выполнена шапка на окружность головы 56-58. Она свободна по голове, то есть можно даже пришить подклад. Для шапочки не потребуется два моточка накко спагетти. Здесь у нас 25% только шерсти, 75% премиум акрила. Шапочка получится у нас мягкой и не колючей. Значит, в таком моточке у нас 100 грамм и только 60 метров. Спицы подходят 7-8. Я возьму спицы 7. Цвет, кому интересно, вот такой благородный серый, номер 195. Вот, два мотка. Для набора петель и резинки я беру спицы номер 6 и 0 мм. Хвостик оставляю примерно около метра. Петли набрать классическим способом набора на 2 спицы. Для классической женской окружности я должна набрать 56 петель этой нитью. Также набираем одну петлю дополнительно для соединения в круг. Так, набрано у меня 57 петель. Так, теперь нам нужно как-то вытащить одну спицу, чтобы не растерять петли. И соединить в круг. Значит, натягиваем на длину по круговых спицах. Вот так. Сейчас вытащится с одной стороны, потом, когда мы отвяжем ряд, это все растянется. Значит, соединяем в круг таким образом. Первую петлю с левой спицы перенести на правую. Последнюю петлю сбрасываем через первую. И первую возвращаем на левую спицу. Вот. Когда соединили в круг, ставим маркер в начале кругового ряда. Так. Значит, вяжем дальше резинкой 2 на 2. Чередуем 2 лицевые и 2 изнаночных петли. Вот резиночка 2 на 2. Продолжаем 2 лицевые, 2 изнаночные. Все, так вы ряд за рядом вяжете по кругу резинкой. Так, резинкой 2 на 2 я высоту провязала 10 рядов, что равно 6 сантиметров. Дальше буду менять спицы. Вместо спицы номер 6 я беру спицы, те, которые мы с вами изначально смотрели, номер 7. Значит, следующие 5 рядов будут выполняться у нас платочным узором. Платочный узор по кругу — это чередование ряда лицевых и ряда изнаночных петель. Значит, 11 ряд у нас все петли лицевые. Вот так, лицевую я вяжу каждую петлю до конца круга. Так, довязываем лицевыми. Следующий ряд, это у нас 12-й, все петли выполняем изнаночными петлями. Так, изнаночными я довязываю до конца круга. Одновременно всегда, когда мы вяжем ряд изнаночными петлями после ряда лицевых петель, чтобы здесь не было ступеньки, последнюю петлю нужно переснять, подхватить протяжку между первой и последней петлей, так, чтобы правая стенка была сзади, левая спереди, вернуть снятую петлю и провязать ее вместе с протяжкой, вместе с изнаночной петлей. Вот. Таким образом здесь будет плавный такой переход. Переснимаем маркер. Значит, это 12 рядов, 13 лицевыми, 14 вяжите изнаночными и 15 лицевыми, пока не будет 5 рядов платочного узора. Так, смотрите, мы получили 2 таких вот рубчика, и последний ряд у нас лицевыми петлями. Так, дальше вяжем сам рисунок шапки, который состоит у нас из 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 2 изнаночных. 1 и 2. Вот этот рисунок мы повторяем по кругу. 6 лицевых, 2 изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5. 6 лицевых есть, 2 изнаночные. И так по кругу.
Так, вот довязала я ряд, и каждый последующий будет вязаться так же. 6 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночные. Ряд за рядом по кругу. Получается, вяжем вот таким рисунком. Значит, все я довязала до высоты 19 сантиметров. Теперь начинаю выполнять убавление. Так, значит, сначала убавляем одну изнаночную петлю. То есть провязываем лицевыми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть петель. И затем 2 вместе изнаночной петлей. Вот. То есть убавка изнаночной петли. Так мы повторяем по кругу. 6 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе изнаночной. Довязывайте убавку до конца ряда. Так, следующий второй ряд. Вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 изнаночная. Вот. Это вы повторяете. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 изнаночная по кругу до конца ряда. В третьем ряду убавляем лицевую петлю. Начинаем 4 лицевые. 3, 4, 2 вместе лицевой. Слева направо 2 петли провязать вместе. Затем 1 изнаночная. Вот. Вот это вы повторяете по кругу. 4 лицевые, 2 вместе лицевой, 1 изнаночная. И так по кругу до конца ряда. Так, четвертый ряд вяжем по рисунку. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И 1 изнаночная. Это вы повторяете по кругу. 5 лицевых, 1 изнаночную. В следующем ряду начинаю с 2 вместе лицевой, затем 1 лицевая, снова 2 вместе лицевой и 1 изнаночная. Вот это будете повторять. 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 1 изнаночная. И так по кругу до конца ряда. Так, шестой ряд. Вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. 1 изнаночная. Повторяем 3 лицевые. 1 изнаночная. По кругу до конца ряда. Так, в седьмой ряд мы убавляем все петли, провязывая по 2 вместе лицевой. Только убавку теперь будем делать влево. Пересняем 2 петли, повернув каждую правой стеночкой назад, вернуть обратно и вяжем вместе лицевой за заднюю стенку. Снова пересняем 2 петли, повернув правыми стеночками назад, вернуть обратно 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Можно еще так снять петлю, 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. Будет та же убавка влево. Так, продолжайте провязывать все петли по 2 вместе лицевой влево. Так, всего у нас по кругу осталось 14 петель. Следующий ряд все петли провязываются лицевыми. Вот так по кругу лицевыми до конца ряда. Отрезаем ниточку, оставляя длинный хвостик. Так как у нас очень толстая ниточка, то заправлять мы будем это все крючком. Каждую петлю вот так снять и продеть крючком. Можно сразу несколько. Так вот, я протянула одну сторону. Давайте со второй стороны сразу все петли. Можно так снять на крючок. Это все обычно я протягиваю иглой, но здесь очень толстая ниточка, и игла мне поэтому не подходит. Вот. Продеть крючком.
Теперь все это нужно сделать еще один раз. То есть вот петли, первая, вторая, третья, находите, прошиваете еще раз и понемножку затягиваем. Следующие три. Затягиваем. Тянуть. Так, смотрите, все затянули в одну точку. Так, давайте я первую еще раз. И теперь хвостик отправить в изнаночную сторону. Вот, готово. Вот так шапочка у нас будет выглядеть с изнаночной стороны. Вот. Концы здесь просто прячем. Прячем этим же крючком. Вот так провязываем несколько раз между петлями. Есть. Излишки отрезать. И этот хвостик тоже спрячем. Вот так, видите, что видно не было. Так, размеры шапочки у нас получилось на женскую голову. Высотой 23 сантиметра. В ширину 25 сантиметров. Очень хорошо тянется. У меня окружность 56. Она на меня отлично сидит.